Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. В выходные наш город стал центром бардовской песни. В Запорожье прошел фестиваль авторской музыки, молодежи и студенчества «Плеяда». Среди зрителей первого концерта были и наши корреспонденты. Фестиваль молодой авторской песни «Плеяда» проводится уже в седьмой раз. И каждый год находится немало желающих поучаствовать в конкурсе. Бывалые барды замечают, молодежи неравнодушной к авторскому исполнению под гитару много. Сами же молодые авторы в один голос говорят, что любят эту музыку за ее душевность. Я считаю, это лучше, чем просто попса, потому что как бы это занимает, и у этой музыки есть смысл. Мне очень нравится именно этот жанр музыки, так как он передает какое-то духовное содержание, не только пустые, ненастоящие наигранные переживания. В ней есть смысл, в этой музыке есть душа. Сама я не пишу песни пока, не пишу тексты, но хотелось бы. Начинают концерт опытные и известные исполнители. Конкурсанты, которым вскоре предстоит выйти на сцену, заметно волнуются и восторженно смотрят на старших товарищей. По окончании такого мастер-класса начался основной этап фестиваля – конкурс. Главный критерий оценивания для жюри – проникновенность исполнения. Для меня есть такой очень важный критерий. Называется он «Мурашек». Если песня трогает, то пробегает мурашек по рукам. Значит, человек сумел передать эмоцию, сумел передать свои чувства. А это, наверное, самое главное. В жюри известные барды из разных уголков бывшего Союза. Алма-Аты, Москвы, Тирасполя и Кишинева. А также из разных регионов Украины. Донецка, Львова, Симферополя. Конкурс разделен на возрастные группы от 10 до 18 и от 19 до 35 лет. Лучший исполнитель песни Булата Акуджавы сможет принять участие в международном фестивале «Песня Булатов Калантаева-2012», не проходя предварительный конкурс. А в призах этого фестиваля – хорошее настроение и благодарная публика.